Всем большой привет! Я вернулась в Фикс-Прайс. Сегодня очередная поставка и привезли много интересных товаров. Я думаю, большинство из них вас заинтересует, поэтому обзор, надеюсь, будет интересным. Давайте рассматривать. Конечно же, оценивать. Если вы что-то покупали, оставляйте отзывы. Всем приятного просмотра. Мультирамка квадрат 28 сантиметров. Состав МДФ, сталь, бумага, стекло. Можно поставить на стол или повесить. Цена 199 рублей. Две расцветки под подкраску. Везли искусственный цветок, написано фрезия. К сожалению, длину не указали, цена 199 рублей. Но объемная и хорошо сделана. Есть светло-розовый и фиолетовый. Я думаю, для многих полезная новинка – корзинка для пакетов. Называется Эста. Российское производство, цена 149 рублей. Мы измерили длину 34 сантиметра. Двухсторонний скотч, но, мне кажется, держаться не будет. Хотя, смотря сколько пакетов положить. Можно прикрепить на саморезы, но куда? К стене? На выбор два цвета. Универсальная коробка для мелочей от Архимеда, размер 16,5 на 4,5 сантиметра. Много делений. Для бисера. Для ластиков. Да. Гвозди положить. Цена 79 рублей. Три цвета. Щетки, которые я снимала на прошлой неделе, уже раскупили. Это единственная, которая есть в продаже. Цена 299 рублей. Ручка телескопическая, но расправляется не сильно. И с поворотным механизмом. Щетина очень жесткая. Зеленый цвет, серый и синий. Китайские производители сидели, думали и решили сделать новые стеклянные банки с бамбуковой крышкой. Они рифленые с внутренней стороны, не с внешней. 1 литр 199 рублей. И мне кажется, стекло здесь толще, чем у предыдущих. Второй объем немного больше, 1,2 литра, цена 249 рублей. Я покупала, пользуюсь с удовольствием, банки отличные. Стеклянное блюдо сделано из очень толстого стекла производителя РАН. Размер 33 на 13 сантиметров. Цена 249 рублей. Привезли глубокую форму для выпечки, размер 28 на 21 сантиметр, 33 рубля. Сколько сантиметров? Примерно 11-12 высота. Круглая форма, 16 сантиметров с ручками, 39,50. Набор формочек для выпечки, 10 штук, объем 95 миллилитров, цена 49,50. Бумажные. Продажи три цвета. Кухонные ножницы с толстым лезвием. Показано, что можно резать мясо и рыбу. У нас есть такие, но мы покупали в Галамарте. У нас хорошие. Хотя цена была невысокая. В фикс-прайсе 99 рублей. Сереньким декором, красный и желтый. В предыдущем обзоре я показывала большие контейнеры на объем 4 литра. Сегодня привезли 2,5 для сыпучих продуктов. И большое отверстие. Так, маленькая стоит 174, ну как маленькая. На 4 литра 249 рублей. Белая крышка, зеленая, бежевая. Зубочистки ароматизированные. Первые – свежесть ментола и свежесть корицы. 100% древесина березы, пищевой ароматизатор и краситель. Цена 49,50. Недавно я вам показывала масляный карандаш, носики от насморка для ингаляции и заметила, что его очень хорошо раскупают. У нас лежит на стойке около кассы, цена 79 рублей. Мне стало любопытно, что из себя представляет, как работает, поэтому тоже купила. Когда открыла коробку, была удивлена, у ингалятора два носика, ранее такой никогда не видела. Как вам задумка? По-моему, очень удобно. У нас погода часто меняется, недавно выпал снег, был сильный ветер, сейчас все тает, это не прошло бесследно, у Амины по утрам заложен нос. Начали пользоваться, во-первых, удовольствие от запаха, освежает и бодрит, реально облегчает дыхание и убирает заложенность носа. Размер компактный, поэтому носит с собой сумочки. Отмечу, аромат не очень резкий, не сбивает с ног и в то же время насыщенный, обволакивающий. В составе камфора, масло эвкалипта, ментол, масло перечной мяты. Камфора оказывает антибактериальное, противовоспалительное, обезболивающее действие.
Этилгексилстеарат – это смягчающее средство, растворитель на масляной основе, безопасен. Состав хороший, можно использовать не только взрослым, но и детям. Также помогает при головной боли, проверено лично, приносит облегчение. Дороги пригодится при укачивании и эффективен при тошноте. Кстати, носики от насморка производит та же компания, что и спецпласт. Ингалятор замечательный, неудивительно, что пользуется спросом. Если еще не покупали, присмотритесь. Емкость трубочка, объем 420 мл. Сделана в форме елочной игрушки. Трубочка пластиковая, крышку на этот раз сделали тоже из пластика, потому что из псевдонержавеющей стали постоянно ржавело. Цена 79 рублей, а я покупала за 99. У меня была удачная крышка. На выбор три цвета. Термос с дисплеем, объем 450 мл, как видите, в продаже три цвета. Есть уплотнительное кольцо, цена 349 рублей. Батарейка в комплекте, нужна одна круглая S2032. Сейчас откроем, посмотрим. Написано, что держит тепло 10-12 часов. Что-то я в этом сомневаюсь. Это уплотнительное кольцо из силикона. Если кто-то покупал именно с дисплеем, буду признательна за отзыв. Амина сейчас просит, но я как-то не решаюсь. У нас самый обычный. Амина искала себе черный термос, а нашла зеленый. Оказывается, зеленый продают. Это термокружка, корпус сделан из нержавеющей стали, крышка пластик полипропилен. Не герметичная и откручивается. Внутри тоже пластик. Цена 199 рублей. Максимальная температура использования указана 80 градусов. Так, это не все. Черное и коричневое. Термокружки стоят слева, емкости с трубочкой справа. Фломастеры с фигурной насадкой и утолщенной формой. В наборе 6 штук, цена 174 рубля. С динозаврами и вторые с мишками. Наборы для вязания шарфа, ниточка полиэстер объемная, 100 граммов, цена 149 рублей. В комплекте пластиковые спицы. Фиолетовый, розовый цвет. Вот такой. И синий-серый. Пластиковые вешалки, я думаю, можно использовать для верхней одежды. Они не очень сильно гнутся, выглядят надежными. Цена 39,50. Серенькие. Вот такой цвет, бежевый. Женские носки размера 36 и максимальный 39. Но мне кажется, они отлично будут тянуться. Цена 149 рублей. В составе в основном полиэстер, акрил, есть шерсть 7%. Расцветок очень много. Женские варежки в составе нейлон, акрил, полиэстер. Цена 199 рублей. Очень теплые меховые. Указан размер, обычно универсальный. Написано 9, обхват ладони 23 сантиметра. Мягкие, удобные? Да. У нас есть похожие, тоже покупали в фикс-прайсе. Серенькие. Покажи серые. Розовые. И голубые. Тоже приятный цвет. Но не к любой одежде. Черные. Черные еще есть, да? Такие варежки много лет продажи. Снова меховые. Цена 299 рублей. Зимние детские варежки, они рассчитаны на обхват ладони 14-16 сантиметров на липучке. Антискользящее покрытие, возраст указан от 4 до 10 лет. Но тебе впритык, да? Да. Цена 299 рублей. Ну, в принципе, подходит. Но, конечно, не детские рисунки, детские. Вариантов очень много. Серенькие, розовые, снова лисички. С динозаврами. Так, для мальчиков космическая тема. Есть еще вот такие. Неплохие корзинки от производителя Полимер Быт. Пластик пищевой, размер 22 на 15 сантиметров, 2,3 литра. Цена 149 рублей. Молочные и серенькие. Новый гель для стирки, объем всего 1 литр, написано для цветного белья.
опав менее 5%, концентрация маленькая, поэтому можно использовать для детских вещей. Но лучше ставить на дополнительное полоскание. 99 рублей. Мне кажется, жидковатое. Это пятновыводитель, отбеливатель. Можно использовать для цветных и белых тканей, без хлора. 800 граммов, цена 174 рубля. Первым указана содосульфатная смесь, более 30%, 15-30 перикарбонат натрия и более 5 остальные компоненты, в том числе ПАВ, оптический отбеливатель. Еще один кислородный отбеливатель, упаковочка намного меньше, 200 граммов, цена 99 рублей. Здесь на первом месте натрия, перикарбонат более 30%, натрия карбонат, натрия силикат и ПАВ менее 5%. Что нам обещает? Придает белым вещам ослепительную белизну, удаляет желтизну, серый оттенок с белья, не повреждая структуру ткани, эффективен для удаления следов от фруктов, соков, травы, ржавчины, чая, кофе и других загрязнений. Подходит для всех видов ткани, кроме шерсти и шелка. Маска-кондиционер против выпадения волос. Репейник, марка Флоресан. Объем не маленький, 450 мл. Цена 99 рублей. По-моему, это тоже цикличный товар, но идет как новинка. Маска яичная, восстанавливающая протеин, лецитин. И еще одна восстанавливающая. От этой марки никогда не покупала масочки, но состав здесь хороший. Не помню, продавались эти прокладки раньше или нет. Производитель Турция. Первые 8 штук, 4 капли, написано длинные. И вторые 7 штук, 5 капель, они 199 рублей. Новая зубная щетка, написано для взрослых, с ручки с пшеницы и щетины с бамбуковым углем. Средняя жесткость, написано, цена 59 рублей, производитель Китай. Углубление есть. Детская зубная паста, на этот раз привезли гелевую со вкусом клубники, возраст 3+. Гордая надпись без тора, слез, ароматизаторов и красителей. Производитель Wilson Group, 90 граммов, цена 99 рублей. Состав короткий, первым указан сорбитол, увлажняющий, смягчающий компонент. Дальше идет диоксид кремния, безопасный абразив, ПАВ Лаурил. Я считаю, что детям с ПАВом Лаурил лучше пасту не покупать. Да, без парабенов, но консервант не лучше. 2 брома. Формальдегид, выделяющее вещество. Дети глотают, поэтому лучше выбрать что-то более щадящее. У этой пасты двойной кальций, забота природы, намного лучше состав. Возраст 2 лет. Но скажу честно, она не так хорошо очищает, если для взрослых покупать. Поэтому выбор очевиден. Я такое не покупала. Я заметила, это мыло пользуется спросом. В прошлый раз раскупили и сегодня снова привезли. 500 мл, 149 рублей. Ароматы пишут приятные. Нежные булочки, пропитанные начинкой со вкусом карамели, соленые и тонким ароматом корицы. 174 рубля. Выглядят они очень вкусно, но состав даже читать не хочу. Очень длинный, много-много всего положили. 380 граммов. Для чая и кофе марка Чайковский, американо, печенье сдобное с кусочками шоколада. Заменитель масла какао, есть пальмовое масло. Вес 145 граммов, цена 59 рублей. Привезли чипсы, вес 130 граммов со вкусом паприки. Цена 149 рублей. Производитель Бельгия. Только один вкус, других нет. Хрустящая мини-соломка, привезли 3 вкуса со вкусом холодца и хрена, вес 150 граммов, цена 31,50. Со вкусом барбекю шашлык и со вкусом грибов со сметаной. Пахнет очень вкусно, но здесь есть усилители вкуса. Видимо, от них такой запах. Каждый год привозят письмо Деду Морозу. От кого, откуда, цена 59 рублей. В комплекте конверт с наклейками и раскраской. Рисунки разные. Холст для росписи по номерам. Возраст 5+. 3 кота. В наборе краски акриловые 6. Штучек, кисточка и основа для окрашивания. Цена за набор 149 рублей. Когда ребенок закончит рисовать, не забудьте закрыть краски, иначе они очень быстро высохнут. Сегодня привезли бюджетный снежкобол. Мы покупали красный, и у нас очень быстро к
крепление вылетело. Ну, поставили другой болтик, пользуемся. В продаже есть фиолетовый и синий? Нет, я скажу. В продаже есть синий и фиолетовый. Еще один набор для творчества – алмазная мозаика. В наборе картина с клеевым слоем, стразы три цвета, стилус, клеевая подушечка и поднос. 900 страз. Возраст 3+. Цена 149 рублей. Я тебе покупала. Кошечку, да? Да. Понравилось. Так, большая настольная игра 3D «Заморское путешествие». В комплекте двустороннее поле 100 на 70 сантиметров, 3D модели, фишки с персонажами, инструкция, кубик, дополнительные фишки. Цена за набор 149 рублей. И тачки. По-моему, есть другие варианты. Игрушки для ванны, пазлы. Огромные пазлы, они сделаны из ЭВА. В наборе 10 штук, цена 99 рублей. Игровой набор фрукты и овощи. Стою, возмущаюсь, мне кажется, цена завышена, 124 рубля. Такие наборы раньше продавались по 55. В садике такие были. Из пластика. Ароматизированные сквиши сейчас продаются со скидкой, цена 149 рублей. Раньше цена была 174, а еще раньше 99. Цены растут. Нашла вот такие магнитики с драконами на 2024 год. Приношу достаток в дом. Магнит-календарь. Цены, к сожалению, нет. Повторяется. И магнит с предсказанием. Подковы есть. На этом обзор подошел к концу. Всем желаю удачных покупок. До встречи!